Привет, зритель! Давненько я не снимала лицом к народу. Сейчас будет маленький обзор заказа Сазон. Я много чего заказывала, но не то чтобы овер дофига, но немножко что-то заказывала, но не все обозревала, что-то заказывала, подарок сестре на день рождения, что-то вот так, что-то себе, что-то фоткала в Инстаграм, что-то даже, может, и не фоткала. Это у нас полезно. Продукты для здорового питания Агар-Агар. Этичный продукт премиум-класса, 100 грамм, натуральный продукт. Только Clean Label. Понятный состав. Лауреат премии «Здоровое питание» 2018 года. Вот такая вот коробочка. 192 рубля она мне обошлась. Я оплачивала половину баллами. Спасибо. Она была по скидке 384 рубля. В деревню я уезжала, она была 400 с чем-то. А тут, значит, 300. Получается 38 с копейками за 100 грамм. Фу, за 10 грамм, тут 100 грамм. У нас как-то стало проблемно найти нормальный агар-агар или от катаний с какой-то химией, или не помню какой, с глюкозой. У меня есть один пакетик, я в Ашане вот покупала последний раз. А вот чисто такой хороший S-пудов, просто агар, 7 грамм в пакетике, вообще что-то пропало с продажи. Раньше было, даже в нашем вот в цветочном магазине можно было найти там по 33 с чем-то рубля. Или, ну, как-то вот так, по скидке я его последний раз брала, в начале года, может быть, 33 рубля с чем-то он был. И я подумала, что что-то жила, когда же там, ну, может, что подешевле будет. Ну, как-то жаба все душила, там и за 600 можно было что-то купить. И за 192 рубля 40 грамм этого же пудова, ну, как-то мало эти 40 грамм. А тут внезапно приехала из деревни, что-то полезла на Озон, вроде как ничего и не надо. И вдруг, смотрю, он по скидке, думаю, надо. И я оформила буквально вот в воскресенье, наверное, как оформила. Сегодня у нас вторник. И сейчас я даже уточню, вторник ли, потому что я как приехала из деревни, немножко в такой прострации на еще дни недели вообще. Да, сегодня вторник, 22 сентября. Кстати, спасибо за 6150 подписчиков. Прикольно. Несколько там человек, человек 10, что ли, набежало, пока 9 дней в деревне было. В общем, я заказала воскресенье где-то ближе к вечеру, и вот сегодня днем он пришла смс-ка, что доставлено, я съездила на велике, ездила там за одним заказом, попутно и решила как раз вот в Озон. Ну, у него срок годности 12 месяцев, он сделан 24.06.2020 года, то бишь до 24.06.2021 года он проживет. Страна происхождения Китай. Потом, полезно, ООО, общество с ограниченной ответственностью, это у нас город Мытищи, деревня Грибки. У меня в Пироговском есть подруга, насчет грибков не знаю. Может быть, ну, я знаю, что у них в Пироговском квартира, еще деревня, вот как деревня называется, может, Грибки и есть. Тут куча всякой информации полезной, вообще она есть на Озоне, можно как бы прочитать при желании. Ну, и тут написано, как бы, почему полезно по информации из открытых источников, то бишь, можно в открытых источниках почитать. Состав агар-агар натуральный. Так, рецепты в кулинарии агар-агар применяются для приготовления мармелада, тортов, чизкейков, пирожных, молочных десертов, ягодных и фруктовых желе. Фруктовое ягодное желе. 1 столовая ложка агар-агара растворить в 500 мл воды согласно инструкции. Короче, соотношение 1 к 2. Приготовить фруктово-ягодное пюре из любых фруктов и ягод или использовать готовое. Необходимо 1 литр пюре. Готовое пюре влить в немного остывший растворенный агар-агар и тщательно перемешать готовую смесь, разлить по формам и оставить при комнатной температуре до застывания, перед подачей охладить. Почему я еще хотела агар-агар купить вот большую такую упаковочку, чтобы, ну, как бы всегда был под рукой и не бегать, есть в магните, нет в магните, есть в Ашане, нет в Ашане. Ашан все-таки подальше от меня, чем наш магнит, который буквально там минута 3 идти. Ашан на другом конце города практически. И я сидела как-то в деревне, наверное, когда там еще вот эти 3 недели в августе жила. Мне пришла такая идея в голову, что можно, допустим, надерябить сок из алоэ вера, который у меня на подоконнике разросся, вообще такой конкретный куст, еще в морозилке там лежит самопальный такой, замороженный в контейнере, и смешать с агар-агаром. И сделать себе вот это самопальное алоэ гель для лица. А тот, который я купила, по-моему, на Озоне, что ли, покупала «Секрет ботаника» или что-то в этом роде, я его как раз обозревала на уход с сентября в этом, ну, на этот месяц, есть там этот в ролике, он как бы неплохой, но он такой специфический, он как-то, ну, вот непривычный, вот совершенно отличается от корейского производства, хотя вот нормально я его использую как бы вместо тоника для лица.
Я хотела вот попробовать с агар-агаром. Ну и заодно, чтобы вот там какой-нибудь желе, мармелад, еще что-то своять, вот, чтобы был под рукой. Изначально вот у меня идея пришла именно вот этот, мне почему-то хотелось. Там были как бы и другие варианты других фирм. Вот, мне дизайн нравится. В общем, я купила, он мне обошелся в 192 рубля. Спасибо Озону, что он принимает бонусы. Спасибо. Правда, раньше, кажется, мне можно было бонусами спасибо оплатить чуть ли не 70, не 99%, сейчас только 50. Ну, тоже неплохо, у меня практически все бонусы спасибо и списались. У меня на тот момент было 198 бонусов спасибо, а списалось 192. Ну, и 192 рубля я оплатила. Очень выгодная бюджетная покупка, я считаю. Очень хорошая. Вот из пены полезная, ничего ни разу не брала. Полезно продукты для здорового питания. Ну, вообще, впервые про нее только на Озон узнала. Ну, я почитала отзыв, он хороший. Вот. Вот такой вот небольшой заказик с Озон. Один штука только. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.